В Архангельске пройдет международный кинофестиваль «Arctic Open» – социально-культурный проект, объединяющий представителей киноиндустрии, журналистов, писателей, мастеров театра, ученых, студентов, а также жителей северных территорий. Организатором кинофестиваля выступает НКО «Поморский культурный фонд «Берегиня». Участников ожидает насыщенная программа – знакомство с современными тенденциями кинокультуры стран Арктики, просмотр премьерных фильмов режиссеров «Севера» и многое другое. На 22 площадках пройдут показы конкурсных и внеконкурсных фильмов, выставки и перформансы, открытые лекции и творческие встречи. Помимо этого предусмотрена деловая и образовательная программы. Также в рамках фестиваля пройдет ночь фестивального кино «Arctic Open». Семейные показы для юных зрителей и их родителей. Будет организована специальная площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья. Добавлю, кинофестиваль «Arctic Open» пройдет с 4 по 8 декабря в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске, Коноши, Североонежске. Билеты можно приобрести на официальном сайте фестиваля.